Здравствуйте, прошу вас! Итак, расскажите, как все это произошло? Почему экстремальное вождение? Мой папа очень хотел мальчика, а получилась девочка. И вот так и началось. На самом деле, по легенде, у папы в 80-м году был Бьюик с передним слитным сиденьем. И меня в нем зачали. Ну, я не знаю, насколько это правда, но все же любят красивые истории. Да здравствует в любом случае американский автопром, черт его побери! Значит, будете сейчас экстремально водить. Я буду безопасно водить в первую очередь, но я хочу поделиться. Для меня это необычное выступление, потому что я всю свою жизнь учу людей безопасно ездить. И учу их, наоборот, объезжать препятствия, выходить из экстремальных ситуаций. А на этом задании нужно сбивать все. Ну, я не буду как бы все рассказывать, я вас заинтригую, и вы все увидите сами. Я думаю, меньше слов, больше дела. Большим удовольствием, Екатерина, прошу! Спасибо. Итак, наш конкурс называется «Есть женщины в русских селениях». Поехали! Россия рулит! Есть женщины в русских селениях. Задача водителя – раскрутить кистень с помощью автомобиля и пробить все 6 щитов по порядку. Рекомендуемое время исполнения – 1 минута 30 секунд. Каренина. Как работает? Смотрите, как кистенем размахивает во все стороны наша героическая Екатерина. Остается минута. Размахивает кистенем. Дожили. Все разобью. Есть. Дрифтуй, дрифтуй, матушка. Екатерина Каренина, город Москва! Потрясающая Екатерина, вы знаете. Я думаю, какие же у вас должно быть потрясающие тоже и ученики. Еще хуже, чем я. Разнесли все, что могли разнести. Слово предоставляется Виталию Петрову. Добрый вечер, Екатерина. Это круто, то, что вы исполнили, особенно под концовку. Это вообще было блестяще. Вы, наверное, сами не ожидали, да, что так будет? Быстро и очень четко вы так прям все раскидали. Здесь я с вами не согласен. У Екатерины каждый миллиметр абсолютно просчитан. Не было никаких неожиданностей. А, ну или наоборот, и, да. Знаете, я думаю, что это лучшее выступление, которое мы здесь видели. Единственное то, что вы забор тут снесли нам немножко, тут как было вот в пионерском лагере. Вот то, что висит сейчас сзади. Так это была самая пенка выступления. Ну, добавила немножко, да. Но за это можно и наказать. Сейчас мы проголосуем с нашим многоуважаемым жюри. Эх! Вот видите как. Екатерина Каренина, город Москва!